Базовой ценностью нашей компании является клиентоориентированность. Мы чутко реагируем на пожелания клиентов и изменения рынка и постоянно совершенствуем нашу продукцию. Появляются новые опции, которые позволяют сделать эксплуатацию автомобиля более безопасной и комфортной. И сегодня об одной из такой новинок мы с вами поговорим. Это опция под названием «Модуль управления приводом от ручек двери». Данная опция позволяет пассажирам самостоятельно управлять доступом в салон без помощи водителя. Для этого необходимо подойти к двери и потянуть за ручку. Модуль подаст сигнал на электропривод, и дверь начнет движение. Если водитель заблокирует центральный замок, то опция деактивируется и попасть в салон уже будет невозможно. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сейчас двери открыты. Закрываем на центральный замок. Передняя дверь закрыта, боковая сдвижная также закрыта. Открываем. Открыли переднюю дверь. Боковую дверь мы пока еще не открыли, она открывается отдельной кнопкой. Дверь закрыта. Нажимаем кнопку. Дверь открыта. Можно пройти в салон. Опция полностью совместима со всеми серийными электроприводами нашей компании и доступна для широкой линейки автомобилей. Задать свои вопросы и приобрести нашу новинку вы можете в отделе продаж и дилерской сети компании «Адор». Спасибо, что смотрите наше видео. Приобретайте качественную, надежную и безопасную продукцию компании «Адор». Всем пока!